Посмотрим, что же будет сейчас. Да, сейчас будет две петли Нестерова. Да, я вижу их на траверсе. Они уже делают разворот. Да, сейчас я знакомлюсь с пилотами. Время для этого есть. Значит, Олег Бугришов, о котором я говорил, это ведущий этой группы. Его ученики слева и справа. Алексей Жаворонков вместе с Сергеем Андрющенко. Алексей Жаворонков со мной прыгал на Северный полюс. Тоже такой экстремал. Но он такой, знаете, правильный экстремал. Все взвешивает, все риски. И справа, насколько я знаю, желто-черная раскраска самолета. Тоже Тетус. Это Айрат Максатов, с которым мы совершали восхождение на Эльбрус. Вот вернулись буквально неделю назад. Восстановились, летаем, все нормально. Итак, сейчас будет... двойная петля, дорогие друзья. Значит, на высоте порядка 100 метров или 150, я точно не помню, сейчас посмотрим прямо по факту. Они войти, да, или 300 метров, да. Они войдут в первую петлю, потом во вторую, и далее выйдут на роспуск. Вот они уже подходят, смотрите. Прямые включены. Давайте помашем им рукой, поднимем вверх. Они нас чувствуют, видят, набирают скорость. Петля! Знаменитая петля Нестерова, дорогие друзья. Вы знаете историю, что это такое. С такой высоты, смотрите, прямо синхронно вычерчивая плоскость. Как бы ножом, бритвой разрезая небо, они вышли на первую петлю. Набирают скорость, будет и вторая. Снимайте, друзья, это произойдет вот-вот. Вот она и пошла. Посмотрите, какой красивый ракурс. Облака. Три, как будто бы инверсионных следа, на самом деле, это дымы. И абсолютно синхронное выполнение. Ура! Я даже попрошу воды, потому что у меня самого эмоции захлестнули. Вода есть? Водичка. Да. Эмоции захлестывают иногда и ведущих, дорогие друзья. Не удивляйтесь. Я думаю, мои коллеги в этот момент мне помогать будут. Мне очень приятно, кстати говоря, как идут комментарии моих коллег. Настолько по делу. Не мучают вас цифрами, что очень важно, да? А просто рассказывать технологию. Потому что если не рассказывать технологию, кажется, ну вроде все просто. А на самом деле, чтобы стать летчиком, необходимо терпение, мужество. И, конечно же, как тут говорили, пусть грубо, но все-таки просто. Ну что ж, вот сейчас они разошлись для того, чтобы группа распустилась, сделать встречный пилотаж. Значит, после двух петель мы сейчас будем наблюдать роспуск. Посмотрите, прямо вот с востока приближается, разворачивается очередной раз группа. И будет произведен роспуск. Роспуск — это как бы цветок, который пилоты дарят милым дамам, понимаете? Но он воздушный такой, лепестки распускаются мгновенно. Вот они уже прямо на фронте к нам двигаются. Вот они, перекрестки, сделали роспуск. По-другому называется мельница. Ура! Давайте поаплодируем, ребята! Такое бывает, но не часто. Вот именно перекрестные, не просто распустился лепесток, они еще как бы во встречном перекрестном движении это сделали. Это здорово. Но тут же, слева и справа, они выходят навстречу друг другу. Вот так лобовую атаку шли, помните, да? Фильмы, кинофильмы о военных летчиках. Вот так же примерно происходило. Снижались. И у кого выдержат нервы? Смотрите, скорость 350 км в час с одной стороны. 350 с другой. И в точке сближения расходятся бортами 700. А между ними еще один пилот как бы ставит точку вот в этой фигуре. Это очень красиво. Это очень здорово. И требует действительно профессионализма. Еще раз повторю, кто пилотирует? Пилотирует Олег Бугришов, летчик-инструктор аэродромного комплекса Первушина, представитель авиакомпании «Человек». Вот зеркало, друзья мои! Эту фигуру выполняют Жаворонков и Андрющенко, Сережа. Посмотрите, перевернутый полет. Дело в том, что они бы и все могли бы так, перевернувшись, летать. Но не все самолеты оснащены системой, которая позволяет осуществлять перевернутый полет. После зеркала вертикаль сейчас набирается скорость, посмотрите. Сейчас вы увидите так называемую вертикаль. Вот, справа от вас. Самолет включил дымы. Именно он будет выполнять вертикаль. Итак, где аплодисменты? Посмотрите, полубочка на вертикали.
А теперь как будто восстановился, да, разворот на вертикале. Боже мой, вот этим и отличается высший пилотаж от просто сложного, когда он соединяет в себе элементы как бы простых фигур, но вместе это очень сложно. И все это непросто. Итак, выход не менее 50 метров соблюдено. Еще одна вертикаль. Полубочка, это Олег Погрешов ее выполняет. И смотрите, как бы завис, как будто колокол. Нет, разворачивается на вертикали и отвесно падая, скользя по небесам. Набирает страшную скорость. Но, контролируя перегрузку, выходит из пикирования. Аплодисменты, друзья! Это же очень круто! Теперь еще одно зеркало, но встречное, два самолета. А, нет, это, извините, я думал зеркало. Нет, самолет не застыл, он сделал бочку. Одно, я так понимаю, что будет не одна бочка. Они здесь сейчас начинают как бы в кураж входить. Как я и говорил, да, вот постоянно что-то происходит, и даже я иногда не успеваю следить, что же делает группа, приходится по факту догадываться. Тем не менее, две вертикали с полубочками были, и сейчас каждый из участников этой пилотажной группы совершит свою короткую сольную программу. Это будет по-настоящему яркая, но короткая программа. Кто-то сделает петли, кто-то сделает бочки, кто-то выйдет на вертикали, и далее вот смотрим, кстати говоря. Что же будет делать первый? Итак, да, конечно же, петля. Знаменитая петля. Я сначала думал, будет Эмиль Мам. Нет, завершил, все сделал как положено.